Молодым везде у нас дорога. Во вторник самых талантливых юношей и девушек наградил лично глава региона Павел Коньков. Премии губернатора Ивановской области в размере 22,5 тысяч рублей присуждались в 9 номинациях. Лауреатами стали 16 человек. Самые творческие и интеллектуально одаренные молодые люди. Кроме того, именных стипендий были удостоены 30 студентов. Как заметил Павел Коньков, молодежи нужно уделять особое внимание. Ведь им через несколько лет придется взять бразды правления регионом в свои руки. Или прославить его. Вручение премий, стипендий – это признание, безусловно, ваших заслуг в самых различных сферах. Заранее предупреждаю вас, может, по-житейски, по опыту, что медные трубы тоже нужно спокойно переживать. Может быть, для кого-то это первые серьезные признания. Уверяю вас, что жизнь может повернуться совершенно по-разному. И любое первое признание нужно в дальнейшем стараться подтвердить усердием, талантом.